Но все равно ты же что-то помнишь, что-то ты когда-то спрашивал у деда о своих дедах, о своих там предках. Ты когда-то спрашивал, что-то он рассказывал тебе? Знаешь, если спрашивал, все такое мелочи и позабывал. Вот. Что если я помню деда Микиту, его деда, папиного деда, помню чуть-чуть его, как он ходил, как он сидел. А где они жили? Ну, сразу через переулок. Идти на центр, поворачиваем направо на центр, а их на хата была налево. А, там жил дед вашего, твоего отца. Дед жил там на углу, да? Не моего, а он же затронул этого, его папы. Ну, так это был его, кто, как его звали, этого человека? Это звали Микита. Микита, он был чей брат? Он был дедушка Федин. А, дедушка Федин, а вам он как был родственник? А нам никак не он не был. Просто сосед. Как его фамилия была? Фомин? Ага, и у него еще были братья и сестры? Не, у дедушки не знаю. Ни братьев, ни сестер. Ну а детей? И также и детей. Вот знали, что тут жил Федин батька. Федя родился там, тоже там. Ну, у Феди были братья и сестры? И был брат Яшка, старший. Вот сестра старшая была. И самый меньший Митя был. Самый меньший там. А отец их не был Иван. Иван был здоровый такой, охотник, желал. Вот. Но они там всегда жили в Александровке или они откуда-то приехали? Сколько мы знаем, раз деда там знаем, их на деда, Угу. то знаем и батька их на, и маму. Там они жили. Маму как звали? Наталка, кажется. А деда? А деда Микита. А А батька Иван. Уша, Иван. да, Федин батька Иван. Мама Наталка. Вот. Так что они всегда жили в Александровке, да? Да, Александр. Ну, а твой отец что рассказывал? Он тоже родился в Александровке? Да, в Александровке родился. И мой отец, и мама. А их не, они не рассказывали, их родители где родились? Ну, а их родители, я знаю, дед Микита или тут, или приехал, не знаю. Не знаешь, да? Но он где жил? В этом же доме, где живет сейчас дядя Вася? Да. То есть Он жил там. он в этом доме жил, потом там жил Дед дед. его жил. Нет, твой отец там жил, да? Да. Как звали деда твоего отца? Вернее, Василий. Васи, это не дед, он получается отец твоего отца, да? Да, Василий. да. Потом жил дед Алексашка в том доме, да? Да. А у Василия жену как звали? Василия? Не знаем. Твоего деда, твою бабушку как звали? Катя, кажется. Катя? А, ну хорошо. А фамилию не помнишь? Бугера? Нет,
твоего... Ну, Бугера, когда она вышла замуж уже за... Да. А дальше, раньше ее фамилию я не знал. Ну, у твоего отца были братья еще? Конечно, братья были. Сколько? Братья были Яшка, самый старший Яшка. Потом второй был Амелька. Потом третий был Иван. Ну, четвертый батя. Так он младший в семье был, да? Да. Их было четыре брата. И не было сестер? Три сестры было, я помню. А, еще три сестры. Все были в Александровке? Да. И у них у всех были дети? Да. Много детей было? Немного. Например, я одну помню лучше, одну помню лучше. Кто? Надо вспомнить. Ваня был у ней. Вася был. Миша был. Еще были, я их не помню, девчата. Это у кого? У батиной сестры. Как ее звали? Харитина. Так это Харитина была сестра, и он, и твоя мама Харитина тоже, да? Ну да, да, имя такое. Ага, похожие имена. А то все было отдельно. Ну, одна была Харитина, а еще других сестер как звали? Ну, была сестра еще батина. Батина сестра. Я, например, ее понял, хорошая. Угу. Что она хорошая? Что она делала хорошая? Приходила за батей. Приходила? Когда? Когда вы еще маленькие были? Ну, конечно. Как ее звали? Как ее звали? Не помнишь? Помню, сейчас вот не могу вспомнить. Ну, получается, что ты помнишь только Харитину. Ну, потому что она... Потому что она где-то жила близко, наверное. Не, не близко, сама дальше была. А мужа ее не помнишь, как звали? Нет. Но у нее была большая семья? У нее была, да. У ней. У нее? Сколько детей было у нее? Всех не могу сказать. Так что, получается, дед самый младший в семье? Да. Самый младший? Ну, ты помнишь, когда они, допустим, там вот жили в Александровке, их дети вот взрослые уже были, женились, там строили дома или что-то? Ты это помнишь? Помню. Одного брата, самого старшего, батиного брата, как ему дом, батя рассказывал, как дом строили ему. Где? Ну, где-то я тебе сейчас, на этой же улице, где батя жил. Где положил, только еще на край. Сколько лет назад это было? Ты был маленький тогда, да?
Ты тогда был маленький или ты просто помнишь, как рассказывали? Рассказывали. Я был маленький. Батя было 8 лет. Так ему дом строили, самому старшему. Это было давно, да. Это было, считай, в начале, когда? Дед когда родился? В каком году дед родился? Трудно. В 1890 каком? Ты... Вот у него же документы были. Мы... Нет, ты тогда говорил, что несколько лет в том веке, про вот 1900, допустим, 90-м, ты говорил, что дед родился в том веке. Значит, это был 1890 там какой? Шестой или какой? Вот, надо вспомнить. Не знаю. Ну ладно. В общем... И у него старшие братья, это насколько старше, ты думаешь, его брат был? На 10 лет, может быть, да? Больше. Даже больше. Больше. Если брат, когда брат устроили хату, а бате было 8 лет. Ну, так это ему уже, наверное, было 20, да? Да. Угу. В общем, дед из большой семьи, да? Из большой семьи. И... Три сестры, четыре брата. Да, и сам, у самого большая семья тоже, да? Сколько вас всего было? Нас? Да. А ну, всех по порядку называй. Нас было... Сядь ровно, что ты так согнулся? Туда, на спинку, ага, вот так. Потому что так. Нас было. Сестра самая старшая. Как звали ее? Ваня. Ну вот, дальше. Настя была. Катюшка была. А Настя, она когда умерла? В 41-м году. Сколько ей было уже тогда? Ну, надо считать, 41-й год. Ну, вот. А родилась когда она? Ну, мы не записывали, не интересовались. Не... Ну, ей, ты думаешь, она уже была как школьница, такая уже побольше была или малюсенькая? Ты помнишь ее? Я помню, конечно. А, ну, значит, она уже большая была. С ней водили на поле. Что, она была старше тебя на сколько? Ну, надо считать. Она была Настя. Ну, а потом кто? Катюшка была. Потом. Катюшка. Кузьма был. Кузьма, потом, после Кузьмы кто? Опс. Потом Мишка и Машка. Ага, двойняшки, да? Ага. А потом?